В Айхале выбрали лучшего сепараторщика «Алроса». На фабрике номер 14 среди них провели конкурс профессионального мастерства. За призовые места соревновались 17 участников. Это работники Айхальского, Удачинского, Мирнинского и Нерубинского комбинатов. Вначале конкурсанты сдали теоретический экзамен из 21 вопроса. С ним справились все, поэтому дальше приступили к практическому заданию. Им предстояло по очереди запустить в работу сепаратор на участке обогащения. Задание оценивали по нескольким критериям – соблюдение требований охраны труда, правильная настройка оборудования и реагирование на внештатные ситуации. Конкурс профессионального мастерства организовали профсоюз «Профалмаз» и Центр подготовки кадров «Алроса». Самые интересные моменты соревнования и имена победителей мы расскажем вам в следующем информационном выпуске. Нужно эти конкурсы проводить. Это, во-первых, обмен опытом с другими обогатительными фабриками. Это, во-первых, участие. И оно сближает как-то всех нас, нашу профессию.